Памятник легендарной русской балерине Марине Семеновой открыт сегодня на Новодевичьем кладбище на могиле народной артистки СССР. Семенова поступила в труппу Большого в 1930 году и проработала в главном театре страны 73 сезона. Это абсолютный рекорд. Марина Семенова ушла из жизни в 2010-м. Архитектор Сергей Шаров и скульптор Александр Рукавишников создавали памятник по фотографии. Ее выбрали близкие Семеновой. Хотелось бы, чтобы она отличалась по вкусу. И по вот внутреннему стержню такому, потому что, видимо, человек, она была такой силой обладала, эмоциональной вот наполненностью, что прошло время уже, а те люди, с которыми она общалась и на которых она влияла, они доносят до меня, в частности, до сих пор ее свет. В 1953-м Марина Семенова стала педагогом-репетитором. Среди ее учеников – артисты с мировыми именами. Участники Семеновского полка, так они себя называют, сегодня пришли почтить память великой балерины. Она дала мне практически все. Я начала понимать, что такое балет, как надо работать, как надо создавать роли. То есть она была не только таким педагогом, хотя она имела, знаете, еще большой плюс был, что она обладала замечательной русской школой. Школы русского балета. И она как бы была не превзойдена в этом.